поставленную задачу. Сделали это так, как это сделала бы любая уважающая себя армия большого и сильного государства. Я вспоминаю утренний Кабул. Все необычно, маленькая столица. И сумрак город, и робкий голос птицы. И улицы, просыпающихся гул. Я вспоминаю утренний Кабул. Его прохладу и его контрасты. И вновь шепчу я сквозь разлуку: здравствуй, прости, что на покой твой посягнул. Афганистан живет в моей душе. Не слышатся бессонными ночами стихи лайка в гневе и печали. И выстрелы на дальнем рубеже. Я помню тот попутный самолет, в котором мы летели над горами. И среди нас один был ночью ранен, но все шутил, да свадьба заживет. Все заживет, страна излечит раны. Всему свой срок, не может в этом суть. И потому уходит с позарана отряд друзей в небезопасный путь. Афганистан живет в моей душе. Не слышатся бессонными ночами стихи лайка в гневе и печали. И выстрелы на дальнем рубеже. Как много дней промчалось с той поры, как много слов и встреч перезабылось. Судьба моя, ты окажи мне милость, дай мне побыть у той святой горы, где завершится наш последний бой. Последний враг ничком на землю ляжет, и чья-то мать слова простые скажет, и те слова услышим мы с тобой. Афганистан живет в моей душе. Мне слышатся бессонными ночами стихи лайка в гневе и печали. И выстрелы на дальнем рубеже. Планету в разные эпохи. 20 век – жестокий век.
Таким он стал для российской истории. Три страшных войны пришлось пережить нашему народу, нашим солдатам, выстоять и победить. Великую Отечественную, Афганскую и Чеченскую. Через три поколения прошли эти войны автоматной очередью, разрывом снарядов, гибелью близких людей и слезами матерей. Наша сегодняшняя встреча – день дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. О ней долго молчали, дозировали правду о героях и потерях, скупились на ордена. Афганистан – это боль и скорбь. Вчерашними школьниками, мальчишками 18-19 лет пришлось многому научиться. Учиться убивать, защищаться, выживать в немыслимых условиях. И это страшное понятие – груз 200. Те, кто еще недавно был рядом, смеялся общими шутками, прикрывал в бою и погиб, быть может, отведя смерть от оставшихся в живых товарищей. Это война, в которой наши ребята были просто солдатами. Yeah.
моральный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека, гражданина, патриота и высоко ценился государством и народом. Афганистан болит в моей душе. 9 лет, 1.5 месяца длилась афганская война. Сотни тысяч людей могут сказать, что Афганистан болит в моей душе. Афганистан болит в душах тех, кто шагал горными тропами Афганистана. Афганистан болит в душах тех, кто терял друзей в той далекой стране. Нестерпимой болью и горечью Афганистан болит и будет болеть в душах тех, кто потерял в этой войне сыновей, мужей, братьев и отцов. Афганская война стала уже достоянием истории. А свидетели и непосредственные участники тех исторических событий живут среди нас. И сегодня, уже по старой доброй традиции, мы пригласили к нам на вечер гостей, тех, кто прошел Афганистан в разное время, в разных званиях и в разных должностях. Ветеран боевых действий рядовой Николай Ильич Александров, село Мутинское, стрелок, проходил военную службу в Республике Афганистан 1986-88 года. Ветеран боевых действий рядовой Сергей Валерьевич Бакустин, село Ситниковское, минометчик, проходил военную службу в Республике Афганистан 1986-87 год. Ветеран боевых действий рядовой Сергей Иванович Борисов, село Мутинское, проходил военную службу в Республике Афганистан 1983-85 года, награжден орденом «Красная звезда». Ветеран боевых действий сержант Павел Геннадьевич Герасимов, село Ситниковское, командир отделения, проходил военную службу в Республике Афганистан 1982-84 год. Ветеран боевых действий рядовой Юрий Леонидович Есин, село Мутинское, механик-водитель, проходил военную службу в Республике Афганистан 1982-83 год. Ветеран боевых действий сержант Сергей Леонидович Каинов, село Журавлевское, командир гранатомета, проходил военную службу в Республике Афганистан 1984-86 год. Ветеран боевых действий рядовой Валерий Леонидович Кривошеин, деревня Томская, радиотелефонист, проходил военную службу в Республике Афганистан 1985-87 года. Ветеран боевых действий рядовой Андрей Васильевич Козлов, село Мутинское, старший наводчик, проходил военную службу в Республике Афганистан 1988 год. Ветеран боевых действий старший лейтенант Сергей Александрович Молодых, село Мутинское, проходил военную службу в Республике Афганистан 1985 году. Ветеран боевых действий рядовой Михаил Николаевич Мельников, село Ситниковское, разведчик, проходил военную службу в Республике Афганистан 1988-89 год. Ветеран боевых действий сержант Николай Тимофеевич Нохрин, село Мутинское, командир инженерных машин, проходил военную службу в Республике Афганистан 1981-83 года. Ветеран боевых действий майор Игорь Васильевич Никитин, село Мутинское, проходил военную службу в Республике Афганистан 1986-88 год, награжден орденом за службу Родине в СССР 3-й степени. Ветеран боевых действий младший сержант Валерий Валентинович Прудник, село Мутинское, механик-водитель, проходил военную службу в Республике Афганистан 1982-83 год. Ветеран боевых действий ефрейтор Сергей Владимирович Пономарев, село Ситниково, наводчик-оператор, проходил военную службу в Республике Афганистан 1981-82 год. Ветеран боевых действий рядовой Николай Михайлович Соловьев, село Мутинское, старший водитель, проходил военную службу в Республике Афганистан 1980 год. Ветеран боевых действий, старший сержант Виктор Александрович Федоренко, село Мутинское, заместитель командира взвода, проходил военную службу в Республике Афганистан 1980-81 год. Ветеран боевых действий рядовой Владимир Ильич Черепанов, село Мутинское, водитель-электромеханик, проходил военную службу в Республике Афганистан 1980 год. Ветеран боевых действий, капитан Владимир Михайлович Черков, село Мутинское, заместитель начальника склада, проходил военную службу в Республике Афганистан 1985-87 год. Ветеран боевых действий, рядовой Иван Анатольевич Черненко, село Мутинское, водитель, проходил службу в Республике Афганистан 1983-85 года. Ветеран боевых действий, рядовой Игорь Иванович Яковлев, село Мутинское, водитель, проходил военную службу в Республике Афганистан. Как попали в Афганистан, но в то же время их объединяло что-то незримое.
так как не могут соединить даже самые родственные узы. И в гражданской жизни вы стали настоящими мужчинами, сильными, надежными, мудрыми. Вернувшись с войны, вы почти все вели себя одинаково. Работали, вспоминали, горевали, сожалели, иногда плакали, скучали, думали. Вы сумели преодолеть физические и душевные травмы и, опираясь на свою солидарность, взаимную поддержку, крепко и надежно стоите на ногах. Сегодня здесь, в зале, рядом с вами, дорогие наши афганцы, сидят молодые ребята, будущее, которое прозвучит сейчас, дань памяти мужеству всех участников афганской войны, в том числе находящихся в этом зале. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами верю, эту песню пою. Тем, кто против карьеры, живота не жалею, свою грудь подставляю за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не искали, кто карьеры не делал, а солдатских кровей. Я пою офицер, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей.
как рассвет. Встаю над полями, за друзей умирая, и прощай врагов. Наша правда сильней, и страну выбирая, снова выберем эту среди берез и снегов. Нашу душу нельзя не понять, не измерить. Если парус прорвет самый яростный шторм, это русский характер помогает нам верить. Это русский характер нас ведет на пролом. Подстерегала опасность. Вдали от отчего дома они враз повзрослели. Сжимались в тоске и надежде сердца их родных. Доля ждать и надеяться едва ли легче солдатской. Похоронки летели во все уголки Советского Союза. На затворке аэропортов доставлялись из Афгана черные тюльпаны. Так стали называть афганцы оцинкованные гробы. Почти 15 тысяч убитых. Без малого 37 тысяч искалеченных. Таков печальный итог девятилетней афганской эпопеи. И сегодня мы вспоминаем о воинах-интернационалистах, наших земляках, воинах-афганцев, которые погибли. Рядовой Сергей Егорович Соловьев, уроженец села Шабаново,
пал смертью храбрых, выполняя свой воинский долг. Награжден орденом Красного Знамени посмертно. Гвардии капитан Сергей Викторович Гладков, уроженец села Шабаново, пал смертью храбрых, выполняя свой интернациональный долг. Награжден медалью за мужество, отвагу, героизм. Представляет к высокой правительственной награде орден мужества посмертно. Война в Афганистане для наших солдат закончилась в 1989 году. Уже в декабре 1994 года началась новая, не менее кровопролитная война в Чечне. Горячие точки показали, что наше поколение достойно героизма дедов и прадедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. И мы должны быть благодарны этим бойцам, ведь они защищали всех нас, а те, кто погиб, погиб за нас, за Отечество. Троим нашим землякам не суждено было вернуться к родному порогу. Они погибли, выполняя свой долг. Сержант Коркин Сергей Владимирович, уроженец села Мутинское, пал смертью храбрых, выполняя свой долг. Подвиг сержанта Коркина Сергея Владимировича отмечен орденом мужества посмертно. Пермин Юрий Анатольевич, уроженец села Ситниково, Амутинского района, пал смертью храбрых, выполняя свой долг. Офицер российской армии Пермин Юрий Анатольевич за проявленный героизм награжден орденом мужества посмертно. Рядовой Макаров Владимир Анатольевич, уроженец села Южно-Пледнево, пал смертью храбрых, выполняя свой долг. Светлая память о тебе, русский солдат, будет сохранена и в сердцах всех, кто тебя знал и любил. И сегодня мы преклоняем головы перед памятью павших. Этот день для нас символ мужества, величия, величие духа поколения, которое родилось уже после Великой Отечественной войны. Минута молчания – это много или мало? За тех, кого рядом, уж больше не стало. За тех, чья судьба оборвалась так круто. Минута молчания. Прислушайтесь, люди, пожалуйста, тише. Вдали отгремела война. Минута молчания. Погибших мальчишек чтит в эту минуту страна. Когда неуважение и почтение к воинам, интернационалистам, к тем, кто погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, пусть для всех их наша минута молчания станет минутой памяти. Внимание! Прошу всех встать. Объявляется минута молчания. Что когда вернёмся домой, то
всю ночь под луной. А когда рассеялся дым и забрежил тихо рассвет, и Серега стал вдруг седым, 19 с четвертью лет. Мама, этой ночью ушел дождь, над землей тихо уплыл. Он тогда хотел мне помочь. Мама, этой ночью я жил. Проплывает тихо рассвет и встает за лесом заря. Только вот меня уже нет. Третий день пошел без меня. Третий день пошел без меня. Я остался там, на войне. Пуля дура третьего дня молча поселилась во мне. Нес меня Серега к своим. Дождик лил рекой ему вслед. Страшно помирать молодым, 19 с четвертью лет. Мама, этой ночью ушел дождь, над землей тихо уплыл. Он тогда хотел мне помочь. Мама, этой ночью я жил. Проплывает тихо рассвет и встает за лесом заря. Только вот меня уже нет. Третий день пошел без меня. Спасибо. При каждой новой жертве боя мне жаль не друга, не жены, мне жаль не самого героя. Увы, утешится жена, и друга лучший друг забудет, но где-то есть душа одна. Она до гроба помнить будет. Среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы, одни в мире подсмотрев святые искренние слезы, то слезы ваших матерей. Им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, как не поднять плакучей иве своих поникших ветвей. Для всех матерей, потерявших своих детей, которые исполняли свой воинский долг, нет срока давности. Они ждали и ждут своих сыновей. И не только с той афганской войны, а со всех горячих точек планеты. И в нашем зале присутствуют родственники погибших. Мы все в неоплатном долгу перед вами. Мы благодарны вам за то, что сегодня вы пришли на эту встречу. Доброго вам здоровья на долгие годы, человеческих радостей и благополучия. Для вас, дорогие матери, отцы, сестры и братья, для всех тех, кто бережно хранит память о своих близких, наш музыкальный подарок. Чего не так?
не написана. Мы знаем о ней ровно столько, сколько нам не опасно знать. Но у этой истории есть свидетели, и они хотят быть услышанными, должны быть услышанными. Каждый зритель, гость в зале, не в силах понять всю вашу боль и страх перед тем, что пришлось пережить. Но вы выстояли, вернулись, и любые вопросы этих дней были бы просто лишними. Но не лишними будет напутствие, ваше напутствие, напутствие подрастающему поколению, тем мальчишкам, которые будут защищать своих сестер, матерей, девушек, да просто близких людей. Мы просим вас сказать им пару слов, так сказать, дать совет, как быть настоящими защитниками своей Родины. Слово предоставляется нашему земляку Никитину Игорю Васильевичу.
Наша сегодняшняя встреча проходит в преддверии еще одного замечательного праздника 23 февраля, Дня защитника Отечества. С наступающим праздником вас, дорогие ребята, уважаемые наши мужчины! Мужества, бодрости и оптимизма. С наступающим праздником вас, дорогие мужчины! И пусть многочисленные поздравления в этот день вам придадут мужества, оптимизма, радости, удачи. Давайте немножечко улыбнемся и встретим следующего нашего артиста Игорь Панин. Yeah.
станет твою. И бескорыстно подарит счастливую даль. Просто поверь, что кому-то в соседнем строю так же за эту вершину, за эту медаль ничего не жаль, ни шагов, ни рот. Если за мечту, если все вперед, ничего не жаль, ни огня, ни бог. Если за мечту, если за будущего. Всегда.
И трагической афганской войны. Дорогие друзья, спасибо вам всем, что вы сегодня здесь собрались. Спасибо вам всем и низкий поклон. Спасибо, друзья.